Окружной бренд номер один отмечает юбилей. Ровно 85 лет назад началась история акционерного общества «Мясопродукты». Сегодня без продукции предприятия не обходится ни один стол, и даже на большой земле знают вкус деликатесов нашего мясокомбината. Те, кто обеспечивает бесперебойное производство мясных изделий, чествовали сегодня на юбилейном торжестве. Главный ресурс и богатство любого предприятия – это, конечно, люди. Коллектив мясопродуктов насчитывает 225 человек, включая мастеров и рабочих убойных пунктов. Общий стаж многих из них исчисляется не одним десятком лет. Чествовали сегодня и ветеранов производства. В славную историю старейшего предприятия округа свои имена вписали 48 ветеранов. 25 из них до сих пор трудятся и передают свои знания молодым специалистам. Тамара Кадук работает на мясокомбинате с 1 сентября 1981 года. За плечами работа обвальщиком, жиловщиком, формовщиком котлет и пельменей. Сегодня Тамара Семеновна работает продавцом в магазине «Юбилейный». За многие годы на родном мясокомбинате изменилось многое. Пришли новые технологии, расширился ассортимент. Но одно осталось неизменным, что 30 лет назад, что сегодня продукция мясокомбината пользуется большим спросом. Не только для нашего региона, но и для всей страны. Наша продукция – это спрос по всей России и за рубежом, всюду. Лишь бы только было больше мяса оленя. Популярность продукции мясокомбината за пределами округа – общеизвестный факт. Количество наград, привезенных с различных выставок, закрепили за ней статус одной из лучших на Северо-Западе. Сегодня предприятие выпускает 160 наименований продукции из мяса оленя и на этом останавливаться не собирается. Планы одни – развиваться, развиваться и развиваться. То есть, если остановился, значит, ты проиграл. Поэтому есть над чем работать. Мы планируем развитие, расширение производства полуфабрикатов, в том числе, как мы говорим, мучных. То есть это все, что находится в мучной оболочке. Это пельмени, это манты, это там чебуреки. В общем, мысли такие большие. Будем расширять. Впереди предприятия ждет реконструкция и модернизация цехов. Первые результаты обновления будут видны уже в третьем квартале этого года. Конечная цель всех усилий – улучшение качества мясной продукции и расширение ее ассортимента. Всех, кто каждый день обеспечивал и обеспечивает бесперебойное производство мясопродукции на благо округа, наградили почетными грамотами и подарками. Одним из главных сюрпризов для коллектива акционерного общества стал фильм, снятый ненецкой телерадиокомпанией. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, телеканал «Север».